Итак, позвольте мне озвучить результаты боя. Чарли Давайер, США, 118 Марабян. Доблинс. Матео Мандела, Марабян, 118, Доблинс, 110. Павел Кардини, Марабян, 119, Доблинс, 109. Единогласным решением судей победу одержал Артур. Второй раунд семираундового рейтингового боя между Романом Водоболовичем и Сергеем Барановым. Поближе к бою сейчас комментарии проведем. Я уже говорил, что Баранов боксом начинал заниматься. Вот чувствуется, что у него более такая любительская манера ведения боя. Роман профессионален в каком смысле? Он больше вкладывается в удар жестче. Каждый удар акцентированный. Нет, мало игровой техники, а больше техники такой эффективной, жестких ударов. Ну вот что мы сейчас и видим. С передней руки удары, через руку удары. Поход, нокдаун. Судья открывает счет. Чистый боковой удар в голову. В принципе, по силе нокдауна бой можно было и останавливать. Тут реакция секундантов. Ну, разрешают продолжать бой. Я думаю, что сейчас Роман будет работать на добивание больше. Потому что он видит, в каком состоянии его противник. Один хороший удар, и бой будет закончен. Вот то, о чем говорили. Левый сбоку. Я думаю, что это финал. Навряд ли. Да, в таком состоянии продолжить уже невозможно. Победа во втором раунде нокаутом Романа Бабовича. Несомненно, разумеется, конечно, Роман Давыдович, чемпион мира по ВПК среди профи. Мы с вами посмотрим проводящийся впервые в истории латвийского бокса поединок за звание чемпиона Латвии среди профессионалов по боксу между Романом Даблиншем на ваших экранах и Элвисом Михаленко. Весовая категория 79 килограмм, формула боя 10 раундов по 3 минуты. Поединок проводился 25 сентября 2004 года в выставочном центре на Кипселе. Предварительные бои этого матча вы уже видели в прошлой программе. А сегодня вся передача посвящена только этому бою. Сейчас на ваших экранах Элвис Михаленко и впервые, как и сам поединок, этот поединок будут комментировать
главные участники этого матча. Роман Давалиш и Элвис Михаленко. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Как уже Роман сказал, мы не только дрались друг против друга, но и вместе будем комментировать. Это тоже своего рода впервые, наверное. Наверное, стоит рассказать, сначала познакомить вас с нами и сказать о наших достижениях до этого боя. Роман Дабович, двукратный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов. А Элвис Михаленко, чемпион Европейского союза среди профессионалов по боксу. И был, кажется, если не ошибаюсь, интерконтинентальным чемпионом по версии ВБА, да, кажется, старейшая и наиболее влиятельная федерация профессионального бокса. Если не ошибаюсь, да, так оно и есть. Всемирная боксерская ассоциация вместе с такими очень хорошо знакомыми организациями, как ВБЦ и IBF, считаются самыми престижными на данный момент в мире профессионального бокса. И я стал чемпионом именно по версии ВБА в 2001 году, выиграв этот титул в Мадриде у сильного испанского бойца, победившего того по очкам. Да, ну, об этом мы поговорим чуть-чуть позже, а сейчас мы уже видим, что начался первый раунд. Рефери в ринге Александр Баранишник, Латвия. Сейчас уже проживает в Германии, но приехал специально посмотреть наш матч с Элвисом. Сейчас мы сразу немножко перейдем к самим действиям в ринге. Вот мы видим, начался первый раунд. В принципе, по всем правилам первого раунда должна быть... как бы разведка, посмотреть, подергать противника, но как вы видите, у нас уже сразу пошла такая как бы средняя ближняя дистанция, да? Правильно? Обоюдный бой, да. Дело в том, что мы в свое время тренировались в одном зале вместе с Романом. И тренер по боксу у нас также, можно сказать, один тренер по боксу. Да, это Андрей Леонтьевич Долгов. Андрей Долгов, да. Мы тренировались на улице Сколос и проводили спарринги между собой, потому как бы друг друга уже знали более-менее и начали обоюдный такой бой без компромиссов. Да, то есть в общей манере, так у нас, в принципе, в одной манере, но я бы сказал немножко так, как бы знать, конечно, знали и стояли до этого боя мы несколько раз в парах, так, нет, много раз стояли в парах, просто после тех любительских тренировок прошло много времени, и я изменился, и Элвис сильно изменился, и та школа Элвис, которую ты все-таки получил на профессиональном ринге, а выступаешь ты, насколько мы все знаем, в основном в Европе, и выступаешь ты за боксерский клуб, ну, наверное, немножко чуть-чуть о своем вот профессиональном боксе, в своих выступлениях за границей, может, ты сам чуть-чуть скажешь, где выступаешь, какой клуб, чтобы я немножко не переврал. Да, сейчас, как вы видите, идет обострение работы у фанатов. В первом же раунде. В первом же раунде, вот я немножко даже скачу. Никакой проверки, сразу же через минуту уже мы в клинче. Уже пошло обострение. Я хочу что-то сделать, я что-то хочу сделать. Работа на средней и ближней дистанциях. Слышно, что в зале одобряется это, потому что всегда зрителям, конечно, нравится больше. Больше острое такое, обмен ударами. Не, ну правильно, плотная работа. Силовой бокс. Насколько как-то я в одном из интервью читал, тебе ты и говорил, что разница между любительским и профессиональным боксом – это именно более плотная силовая работа. Да, конечно, тут ставится акцент на физическую подготовку, на сильный удар и на самое главное обоюдный бой, бескомпромиссный. Не так, как иногда мы видим на любительском ринге, что один из бойцов чувствует, что идет по очкам, как бы более бережется больше и не старается обострять. Не, а ну, профессиональном боксе это не одобряется зрителями, не одобряется промоутерами, менеджерами. Правильно, ведь любительский бокс на сегодня отличается больше чем. То есть набор очков, больше коснулся, а не ударил своего противника. А профессиональный же бокс, тут и перчатки другие, и... по-другому вообще все в ринге происходит. И мы видим, что боксеры боксируют без шлемов. Перчатки более маленькие и сшитые совсем по-другому, чтобы кулак облегали так, чтобы можно было ударить. Потому что я четко уверен, и я думаю, ты сейчас подтвердишь мои слова, что зритель приходит посмотреть на
удары, на то, как бойцы могут ударить друг друга, послать нокаут, нокдаун, кровь, разбитые носы, как это не жестко, наверное, говорить, но так это и есть. Конечно, это единоборство, ударный вид спорта, потому зрители, если приходят, то хотят видеть сильные удары, нокдауны, нокауты, может быть, не столько травматизма, но чтобы было показано мастерство, а не игра в салки. Вот сейчас я слышал, из тебя поддержит твоя половина зала. По ходу боя мы уже будем видеть, что как бы зал, может, разделился. Половина за меня, половина за тебя. Вот сейчас слышу за тебя. То есть, конечно, вот после хорошо проведенной серии, вот сейчас ты не попал, даже кажется, что ты меня немножко разбил. Ну, да. После боя я получил пару синяков, и, кажется, вот в самом начале ты мне и разбил глаз, мне так кажется. Вот сейчас хорошо. Со средней дистанции ты провел атаку, сразу мы слышим, что публика поддержит. По восклицаниям публики там можно сразу определить, кто из нас более активен, когда бьешь ты, когда более твои друзья, ну, конечно, твоя публика, когда бью я и попадаю, тогда оживляется более моя публика. Да. Вот мы слышим там из угла крик, это мой секундант, один из моих секундантов, Денис Алексеев, тоже выступает на профессиональном ринге. И мы, когда готовились к этому бою, конечно, я ставил именно такое как бы задание себе, больше работать по корпусу, да, и вот сейчас как бы мы слышали, он не особенно был доволен и кричит больше по корпусу. Ну вот сейчас сначала я думаю, как к тебе подобраться, но ты на самом деле сам знаешь, что делать, сам идешь ко мне, в принципе, вот. Я больше и волновался из-за того, что если начнешь работать как бы на средней дистанции, потому что если бы средняя и дальняя дистанция была, мне было бы как бы труднее. Ну, это мое такое мнение, да. А ближний такой бой мне как бы более нравится. Я не очень хорошо двигаюсь на ногах. И потому такая рубка как бы мне тоже больше, ну, как бы больше по душе. Вот, не знаю, как ты. Да, дело в том, что и мне нравится ближний и средний бой на средних дистанциях, и когда я готовился на этот бой, как бы настраивался тоже на прессинг, что и видно, что я постоянно стараюсь атаковать и обострять, чтобы доказать, навязать тебе свой темп, навязать тебе свой темп и заставить тебя работать так много, как хочу я работать, а не только тогда, когда ты хочешь этого. А вот еще момент, вот меня секундировал мой тренер, да, Евгений Петухов и мои одноклубники, вот Антон Федюнин, Денис Алексеев, да, то есть ребята, которые со мной тренируются. Насколько я знаю, да, ты приехал со своим английским тренером. Кто тебя секундировал? Вот, меня секундирует мой тренер, его зовут Джек Бауэрс. В прошлом сам был хорошим и боксером-любителем, как и профессионалом, но потом в юные годы еще попал в автокатастрофу и из-за травм ног перешел на тренерскую работу, не мог продолжать боксировать. И вторым человеком в моем углу является мой менеджер Рой Хилдер, бывшим в прошлом профессиональный футболист, играл в премьер-лиге. И, ну, это люди, которые в основном на всех моих боях в моем углу. Да. Ну, опять переходя вот к тому, что мы делаем с тобой сейчас в ринге, я вижу, ну, так, одним словом можно сказать, такая началась уже рубка без какой-то такой длинной разведки. Ведь все-таки 10 раундов это же длинная дистанция, да, 10 раундов по 3 минуты, полчаса постоянной работы, постоянный прием ударов, и мы уже в третьем раунде с тобой, я вижу, тут начинаем друг друга серьезно молотить, если так можно сказать. Вот насколько ты проводил таких вот жестких боев, где вот это профессиональный бокс, это мой первый бой, да? В кикбоксинге и в смешанных стилях я провел 34 боя на профессиональном ринге, да? Но в боксе, профессиональном боксе у меня первый. Ты, насколько я знаю, провел уже до этого матча 17, кажется, боев, да? 18, там 19 бой. 19, да. И вот насколько вот такая плотность, вот сразу, скажем так, без разведки, или ты в такой манере постоянно боксируешь, что ты никак бы не разбираясь, идешь вперед, или тебе просто надо было здесь доказать, что на сегодня ты
лучший боксер в этом весе или что? Почему ты пошел сразу на такое построение? Ну, мне понятно, я как бы боксирую дома, меня знают по победенски бокса, я как бы должен что-то делать, я должен идти вперед, я должен как бы пытаться доказать, чем мотивирован ты был. Ну, это моя тактика, я почти все бои работаю первым номером, стараюсь навязать свой темп, и если противник старается меня перебить, то просто за счет темпа перебиваю его. То есть ты как бы все равно больше привыкнул с такой, вот я сейчас немножко закончу третий раунд, мне понравилась концовка. Вообще я так как бы не люблю выпендриваться, но такая хорошая рубка, и честно говоря, мне просто нравится на самом деле то, что мы сейчас с тобой делаем. Не, ну, выпендривание же не так плохо, если на него остается еще сила, это говорит, что... Да. Отлично можно контролировать весь бой. Если еще между раундов таких тяжелых можно выпендриваться, то это только говорит в твою пользу. Ну да, но это с такой, знаешь, как бы, с такой позиции как бы хороший выпендриваться. То есть, как бы, конечно, я и готовясь очень серьезно подходил к этому. Вот сейчас Александр Баранишник такое сделал предупреждение за низкое движение головой мне. Но на самом деле я всегда так боксирую, и я привык к тому, что лучше бы я получал предупреждение на низкое движение головой, чем получал просто по голове, да? Ну, это... Тут ты прав, конечно, и если так судить, то профессиональный бокс тем и отличается от любительского, что в нем он не такой закомплексованный. То есть можно больше, немножко ударил, открытая перчатка, чуть-чуть пошел вниз головой. Да, и... судьи обычно это не прерывают из-за этого бой. Да. Низко головы, открытые перчатки и таких... По идее, почти нету. На профессиональном ринге, как говорят, хороший судья тот, которого не видно. Видно как можно меньше. Не, ну правильно. Судья в ринге, он делает две функции. Первая, это он должен следить за здоровьем боксеров. И вторая, он не должен мешать боксировать ребят. Правильно? То есть, да, конечно, правильно. Да, потому, на самом деле, как немного хороших боксеров, так и немного хороших рефери в ринге. Тут нужно отдать только должное Александру Баранишнику, потому что, как он говорил сам, это его первый такой бой по профессиональному боксу. И он его, я считаю, он его провел на хорошем уровне, на высоком уровне, потому что почти не вмешивался. Скажем так, он нам не мешал. И... Он нам не мешал, да. Ну, так и есть, да. Ну, вот сейчас я и смотрю. Потому что иногда, особенно на любительском ринге, да, такое впечатление появляется, что боксеры даже мешают рефери. Да, но да, тут, да, по-моему, мы обоюдно друг другу не мешаем. Ага. Ну, вот сейчас я смотрю, как в концовке первого раунда, так уже четвертый, кажется, раунд идет, да? Смотри, у нас идет заруба, удар на удар, пытаемся друг друга перебить. Ну, я на самом деле, вот, сколько боксирую, я тоже пытаюсь где-то, конечно, перебить, как и ты. Вот уже сказала... раньше. И все-таки, чем мне понравился этот бой уже после, и вот нравится, как смотрю сейчас, тем, что у нас практически с тобой практически нету грязи. Да, то есть, смотри, мы не вяжемся, мы работаем в таком как бы классическом ближнем бою. То есть собраны, друг друга около стоим, пробиваем серии, ну, не знаю. Тут сказывается, по-моему, наш как раз настрой. Наш личный, твой и мой настрой на бой, как мы готовились, как мы видели этот бой до его еще начала. И потому видно, что мы оба как раз настраивались на такой бой, на обоюдный, на средней дистанции и на обоюдный прессинг. Потому я думаю, что этим все и объясняется. Ну а вот ты перед боем со мной какие-то мои бои просматривал, или там твой тренер, или ты... Честно говоря, последний раз тебя на ринге я видел год назад, когда ты дрался в манеже по кикбоксу. И до этого, наверное, последний раз, когда мы с тобой еще стояли в спаррингах, это было, наверное, 96-97. Так, таково еще, ну, я помнил, так сказать. Ну, на зрительной памяти, да. Но я специально кассеты не смотрел, мне их, в принципе, не было. И я говорю, все самые такие яркие впечатления твоей тактики, твоей манеры боя мне остались после прошлогоднего шоу. Да. Ну, все-таки я тебе скажу, кикбокс немножко другое. Там другая дистанция, там, понимаешь, там есть ноги. Ну, ты же сам по кикбоксу. Да, конечно, проводил, конечно. Но я считаю, что характер бойцов. Нет,